Так, свеженькие посылочки. Это у нас офигенный насосик от какой-то немецкой фирмы Radon. Типа как насос высокого давления. Вот. 160 пси можно накрутить. Это дофига. Что тут у нас? Насадка под Престо, насадка под Шнайдер. И еще под Данлоп можно. Не знаю, что это такое Данлоп. Короче, такая фигня. Ну-ка, сколько я смогу, интересно. Пальцем удержать. 2,5 атмосферы. Оп. Круто. Игрушечка новая. Та-дам! Еще одна огромная новая игрушка от фирмы Radon. Германия. Тоже. Это, короче, держатель для велика. Чтобы можно было делать все, чего угодно. 30 килограмм нагрузка. Высота. Метр. Можно было его крутить, вертеть как угодно. Сейчас распакуем, посмотрим. Давно хотел такую штуку. О, тяжеленная, короче, конструкция. Еле дотащил сегодня. Так, как он распечатывается-то? Уберу и буду вынимать. О, ну какая фигня. Смотрите, сколько железа. Тяжелая. Вау. Приклеится. Вау. Офигеть, тут эксцентрик вообще с пружинкой. Ага, барашком. Только барашком можно. Блин, клево. Офигенно. Мне уже нравится. Ух ты. Вот это. Вот это. И еще вот это. Что это? Сейчас посмотрим. Еще какая-то штука. Вроде все. Так. Много-много-много железа. Железная посылка. На почте бедные, наверное, таскали ее. Знаю, что это. Вот это что это. И вот это что это. Это фиговина с дырочкой. Блин, первый раз я с таким сталкиваюсь. Ключик, шестигранник. Ну, можно, короче, вот так по-всякому. А, это для инструмента, походу, полочка. Вот что это такое. А Е что такое? А, во, когда подвешивать, можно стабилизировать руль, чтобы он, короче, не болтался. Видно, не видно, короче. Такая прикольная фигня. Блин. Сейчас соберу, покажу, как это выглядит.